Я Дмитрий из Харькова. 12 лет жизни я был рабом наркотиков, больным и жалким. Я нарушал закон, не стыдился этого и не боялся. Я ушел от нормальных друзей, родных и близких мне людей. Или они ушли от меня, мне было все равно. На глазах умирали знакомые наркоманы. В какой-то момент я понял, надо лечиться. Но это были сплошные мучения. Наркотик был сильнее. Рассказывать могу долго, но скажу одно. Я больше не наркоман. И это случилось здесь, в Днепропетровске. В центре здоровой молодежи.